Всем привет, с вами Шелтер. Вы никогда не думали, что будет, если куча фанатов Майнкрафта и другой херди окажется на приватном сервере? В этом видео вы узнаете, ведь это мои первые 3 дня на новом приватном сервере Кофемания 2. Поехали! Пока не устраивай, меня не перебиваем. Иначе с китом вылетите на 3 дня и будете потом начинать выживание. Это понятно? Так точно. Да. Пизда! Ну что, на 3, 2, 1. 3, 2, 1. Бегите отсюда. Ну что ж, вот и выживание началось, но не без косяков. Самая тупая проблема, которая могла произойти в начале выживания, это то, что у меня не работал голосовой чат на сервере. Поэтому я пошел решать эту проблему, вместо того, чтобы выживать, как все нормальные игроки. Изначально я думал, что микрофон просто не улавливает мой голос, и я стал просто визжать в микрофон. Примерно вот так. Но все равно ничего не помогало, поэтому я решил переустановить мод. И это более-менее помогло. А потом Динзи с Тучкой предложили мне поселиться у них, именно поэтому я от спавна стал плыть 2000 блоков к ним. И это было очень долго. А, блядь! Эй, блядь! Я в деревне какой-то. Это, наверное, та деревня, в которой вы были, может быть? Если там попал, то... Гора с лесом есть? Есть. Там один домик на горе, а другой этот... Ну, короче, если там есть этот построенный... А на каких-то координатах? Один номер цифры. 2193-63 минус 530. О, Шелтер, я тебе нашел. Минус 530. А, в смысле? О, тучара! Сучара! Нет, 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 мелочи, мелочи, мелочи. О, ол, олух, ой, о! Пустрал, ед, тишки, книжки спят. Ту-ру-ру-ру-ру. А, дьяля и братишки, шут, ребят. А сколько у тебя их? 2. Не-не-не, надо этот. Дай, верни, верни, верни. Надо лучше делать, нет. Верни! 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 Блига! Да. А, чё, пока один начальника. Эй, нету блиги, только доски, сам посмотрите кучи. О, нет! Свин ливнул! Свин ливнул. Свин... Свин... Не съел? А я и не сижу, я сходил макарошки поесть. Я тебе сейчас дам 40. Я хочу лапшу сварить. Эх, а я хотел лапшу сварить. Там, Шелтера взяли в рабство, там. Там. О, свин пришел. Нет, не хватает мне. Ты мне мало дал земли. Еще земли, да, дядя Тучка. Я отсюда выживу. Ай, хер с ним. Слышишь? А, пол хп, блин! Главное, чтобы лава в другую сторону не полетела. Тучка, привет! Блоки кончились. Да. Я тебе все принес, не переживай. О, блин.
Охренеть, работорговля, бля. Нихера себе, вы там конус построили, жесть. Удачно прыгнул, да? А, нет! Примерно круглый, но он, скорее всего, да, это больше похож на квадрат. Давайте она просто сделаем квадрат. Она должна быть идеально квадратная. То есть вот ровно, то есть не по блокам просто квадрат, ром, а наискосок, как растекается лава. Да, я знаю. И потому что и я, гораздо проще сделать ромбовидную, так что... Это, скорее всего, я буду делать завтра. Потому что сейчас уже поздно, мне не ужин начнешь. Ладно, давайте, ребят, всем пока. А ты все? Ну, вы сами слышали, на этом закончился первый день. И мы передвигаемся ко второму дню кофемании 2. Под конец первого дня мы попытались сделать дом из лавакаста, но... Вы сами видели, что кое-что пошло не по плану, а именно форма будущего дома пошла не по плану. А, так. цыган! Сейчас, погоди. Что ты хочешь сделать с ним? Неси его, короче, куда-нибудь. Я из Германии прибыть, сироп целебный привозить, от кашля помогать лечить, он тонкий очищает... Позолоченный мир. Ща он придет. Ща придет. Умный, блядь. Блядь. Есть. Так чем-то мы должны были заняться. А, точно, лавакаст. Раз, два, три, погнали. А все, конец. Память на компьютере закончилась, и я не смог записать до конца создание лавакаста, поэтому мы движемся к третьему дню. Мне нужен один плоский стекло. У него плоское стекло вот здесь вот, короче. Сейчас на ваших глазах Мета делает самую великую разработку человечества. И это... компьютер. Шишин. У тебя П-буква там. Пштановка. Пштановка у тебя. П-Ш. Откуда? Зачем? Да, я знаю. Пштановка. Ну ладно. Так и должно быть. Ура. Попытаемся. Запускаем, что там, киберпанк, да? Ой. А потом я с Динзи пошел в шахты. И мы там сдохли. Нет, я шел-то дебил! А, не бил! А! Нечик хороший. Вай-вай, Гоги. Ой, знаешь, мы тут надолго застрянем. Да мы отсюда пришли, шел-то. Нет, не блютана! Золотой яблоко! Баранина. Вай, Гоги, я заблудился тебе. О, нам туда. А, это ядовитые таджики. Таджикистан. Нас никогда никто не сломает. Мы таджики, мы носители корон. Ну что, ребят, на этом все. Вот такая была первая серия. Такие замечательные 3 дня из жизни сервера. Надеюсь, видео вам понравилось. Если так, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами был я, Шелтер. Всем удачи, всем пока. Увидимся во второй серии 2-го сезона Кофемании.